Саша. Зачем так плохо? Вот так. Вообще ничего не видно, Саша. Да? Да. Это первый шаг в данном вам учебном заведении.
слово. Я, естественно, поскольку я вместе, вместе с Геннадием Геннадьевичем, да, предоставляю нашему ректору, народному художнику СССР, профессору Ильи Сергеевичу Бузову. Спасибо большое, Мистер Тимович. Дорогие друзья, я очень извиняюсь еще раз, но я думаю, мы уже начали, как оно есть. Что можно сказать? Во-первых, поздравляю всех с началом учебного года. Учебный год, должен сказать, вы лучше меня все знаете, в каких тяжелых условиях с этой точки зрения происходит Великая Отечественная война. Сегодня, значит, никто, заранее говорю, никто вам не сможет помочь, кроме вас самих, и речь идет о мастерстве, о внедрении в сознание определенных знаний. И вот как мы можем, так мы можем, стараемся для вас, вы видите, вот среди руин уже несколько лет существует Академия, и мы надеемся, что в этом году начнем приступать к Боженовскому зданию. Для вас должно быть очень лестно и душевно приятно, что вы будете ходить и ходите по коридорам, где ходил великий Васнецов, была мастерская Левитана Серова. Это великая традиция, которая сохранилась только в Санкт-Петербурге, куда мы все всегда ездим на практику на первый и второй курс. И вы поверите. Должен сказать вначале такие вот общеизвестные вещи. Советуют брать со студентов деньги. Мы единственное учреждение, которое никогда не будем брать деньги со студентов, потому что тогда будут учиться дети мошенников и тех, кто могут заплатить за своих детей. Я, например, у меня в 10 лет все умерли блокаду, за меня бы никто никогда не платил, и за всех присутствующих, всех из трудовых семей. Так что это прямой был вопрос. Вы берите со студентов, уже берут, если не ошибаюсь, в Авгике, еще где-то, в Суриковском, но в Суриковском даже не работают, извините, сортиры, в Строгановском берут. Если мы будем брать, и очень много, только с иностранцев, которые хотят учиться у нас, и много есть желающих, заявления, надо создавать иностранные факультеты. Потому что стоит взять с одного деньги, и, так сказать, он будет себя чувствовать уже, что на коне он заплатил. Так что второе, значит, вам могут нравиться, не нравятся преподаватели. Это ваше право. Но, например, когда вы будете проходить средние века, Древнюю Русь, историю, прежде всего русский вуз, потому у нас сконцентрировано все на познании великого мира России, который мы представляем, многонациональной великой России, то советую вам заниматься в библиотеке. Потому что, допустим, кому-то, как и я учился, все учились, кому-то не нравится преподаватель Иван Иванович, Исаак Самойлович, значит, читает не так, я условно говорю, не дай Бог, какой-то намек, Египет. Значит, что у нас 60 тысяч. Благодарю, Наталья Муратовна.
Спасибо.